Здравствуйте, друзья. Начинаем сегодня очередную лекцию, которая связана с письмом, где меня просят рассказать, как садить именно осенью. То есть человек не хочет заниматься сертификацией. Так, проверка записи. Идет запись. И мои советы нужны. Я беру шире, потому что мне же не одному надо отвечать. Сейчас идет неактивная, но скупка моих семечек и косточек. Кто-то собирается садить осенью, значит, поспела вот эта именно публикация и вот этот фильм. Поехали. Значит, принцип мой такой. Помните, я еще раз об этом скажу и не раз скажу. Очень трудно усваивается. Помните такой пример для меня классический. Английский изучал несколько лет в школе, несколько лет в институте, не знаю ничего. Вот эта последовательность привела к тому, что ничего не знаю. Если бы я попал в английский город, просто вот раз попал, вот попал и все. И как бы я с ними общался? Хреново, никак. Please, помню слово. Please, hello, friendly. Нет, friendly. Поняли, да? Поэтому проходит месяц, я уже кое-как понимаю, а через год я бегло говорю на английском и на всю жизнь. Почему? Вот этот принцип я использую. Никакой системы. Поехали. Значит, здесь фотографии учебные, но для того, чтобы посадить семена и посадить саженцы. Саженцы будем пропускать посадку. Подряд, все подряд гоню. Но, пожалуйста, можете как-то по ходу, чем хороши мои фотографии. Даже без объяснений, что-то уже можно, чему-то можно научиться. Пропускаю. Эта фотография мне присылает. Это моя фотография. Значит, эти косточки были посажены. Когда-то я, значит, без сертификации работал, посажены были осенью. Месяцы, помню, скорее всего, сентябрь-октябрь. Потом они все были заглублены, но не сильно. Я уже знал и вам объясню. Это главное, что надо знать. Глубокая посадка, будущее. Преждевременная смерть деревьев. Пока такое объяснение. Выкапываются сами. Да, впивается корешок в землю. И дальше он поднимает невидимая сила, аж вертикальное положение. Выкапывает вертикальное положение. Идем дальше. Еще раз, неглубокое, чтобы вот это вот место, вот с этого начинается главный урок. Вот это и есть. Пришла весна, и вот это место, корневая шейка, вот это вот, она на уровне земли. Никогда не должна быть под землей. Страшную ошибку допускают до сих пор люди с учеными степенями. Это тоже фотографию прислали, такой же случай, но уже с персиком. Видите, как наглядно, да? А еще, чтобы вы знали, это семя доли. Это то, что было в этом самом скорлупке. Сейчас вернемся. Вот видите, вот она еще не раскрылась. Это то, что внутри скорлупки. Скорлупку страшная сила разорвала. А ее по этому молотком не так просто разбить. Страшная сила разорвала. Это сила схожести. Какое важное дело. Следующий момент, смотрите, потом распалось пополам, видите, это уже семя доли над землей, Дальше посадка на, как я учил, на этот самый, это тоже уже наша тема, это косточки абрикоса, посадка на гряду, но страшная ошибка. Человек взял, замульчировал.
Муссирование – это очень опасная вещь, но это не наша тема сегодняшняя. Вот видите, я и радуюсь за человека, я отругал его. Вот снова персик. Посмотрите, красота какая. Семидолин над землей. Немножечко заглублено. Я люблю придираться. Это... Прошу прощения. Диана, я сейчас фильм снимаю, освобожусь через 20 минут. Это недолго. Так, идем дальше. Идем дальше. Сбила меня Диана. В общем, чуть-чуть заглублено. Чуть-чуть. Вот. Ну, это такой же снимок. Это такой же снимок. Вот. Все-таки здесь немножечко, может быть, пол сантиметра, может быть, 30 миллиметров, 3 миллиметра, но заглубление есть. Это уже опасно. Это я вам говорю, Железов, который все говорит поперек общепринятых правил. Вот, видите? Так, о чем говорит этот? Ну, ладно. Оставим пока без внимания. А, вот здесь уже видно. Ну, что я скажу? Длительная жизнь обеспечена. Самый главный принцип поняли. Корневая шейка на уровне земля-воздух. Вот. Тоже такой снимок мне прислали. Кто-то из наших сделал на грядах и взял и посадил в небольшое углубление и сверху песочек. Песочек не так опасен, как тяжелая земля, там, чернозем и прочее. Вот. Но быстро пересыхает. Быстро-быстро. Научитесь поливать. Так. Схожесть голубых елей. Вот такая вот. Ну, не доели нам сегодня. Нам лишь бы, как говорится, наесться и накормить друзей, знакомых, соседей и всю страну. Вот это тоже прислали. Все выращено в горшках. Это уже другой случай. Вырастить первый год в горшках, а потом уже рассадить. От этого зависит. Кто-то еще строится. Кто-то еще землю не взял, а руки чесались. Можно и так. В горшках это очень благородное занятие. Вот. Но некоторые выращивают в горшках как будто заколдованные. Почему не сразу землю? А вот выращу, а потом посажу. В этом же месте и посажу. Нет. Ребята, желательно садить на постоянное место сразу. Это идеал. Вот. Мульчирование пропускаем. Одна из моих учениц. Здорово. Здорово. Вот. С чем здесь передаться? Видите эти самые, как они посажены? Я сейчас и придерусь немножко. Сейчас поймите. Значит, немножко вот здесь. Вроде бы все правильно, да? Вроде бы правильно. Семядоли надо. Это уже длинная жизнь. Но тут такое дело. Они в этих горшочках, потом, когда будет вынимать, скорее всего, сыпется земля. То есть вот такие горшочки, а мне потом, не помню, дойдем или нет, один человек хитрый сделал. Побольше эти самые полиэтиленовые, такие же, как вот это на дальнем плане, еще побольше. И полиэтиленовые мешочки выстелил вот так вот, все целиком вот так вот. А потом раз мешочком, поняли, потянул за мешочек. Вот это вот прекрасная идея. А здесь получается, что они все земля просела, надо как можно больше земли, потому что у них вот эта часть старается вылезти вверх. И получается, это как длинная тонкая шея. Вот этот момент уловили. Так, ну, стратификация – это не сегодняшняя тема. Почему? Раз человек хочет посадить под зиму или осенью, то он берет и садит. И вот это уже головной боли у него нет. Вот. Пропускаю, хотя тема страшная. Опасная вещь – мутирование. Видели? Вот, ну, это посадка, хоть семени, хоть саженцев, эта тема уже соседствующая. Вот, не могу я подробнее, не могу, иначе никогда не закончу. Вот еще, видите,
Вылезла наверх косточка, семидоли снаружи. Ну, почти хорошо. Ну, почти. Ну, уже, ну, почти. Еще бы у нас миллиметр бы выше. Вот. Мои любимые холмы. Вот. Вот это мне не нравится. Вот так вот садят. Вот взял, они взяли, взошли. Ой, корову. Длинные тонкие шеи. А потом как рассаживать? И такое понятие пикировка. Вот именно вот в этом возрасте, этой же весной, рассаживать. Вот там, цитирую, доставать, выкапывать, корень центрально отрезать. Вот, но это чтобы сделать боковые пышные корни, никто не понимает. В 19 веке почему-то никто из ученых, включая крупных, тех, кто книги печатал, не знал, что пикировка это опасный прием. Нельзя отрезать центральный корень. Наоборот, при пересадке максимально сбивающий тряп железом говорю. Причем я уверен, а потому что он качает, как качает с нижних горизонтов и замерзающий раствор. Ну, что ж тут убеждать-то? Ну нет, выкопай. Вот. Повторяет это 21 век. Почему? А учиться не хотят, сами себя научить. В садах копаться не хотят, а готовые берут столетней давности приемы. Поняли, да? Вот, он ну, такой же прием. Вот мне присылает такое, я вместо того, чтобы похвалить, ругаюсь. Вот, здесь мне не понравилось. Ну, допустим, начали, может, это саженцы посадили. А может быть, из косточки, ну, раз из косточки, например. То что ж он делает? Он загнёт, сгниет корневая шейка и основание штамба. Вот, потом про корнево еще покруче поговорим. Вот, ну, это про время. Видите, если человек, как я, когда-то начал сертификацию рано и учился, тренировался, и результат на дальнем плане слева те вообще превратились. В середине января стоило достать их с этого самого и посадить с этого. С холодильником моментально сливы вон какие, а абрикосы вон какие. Корову, а как я их посажу на постоянное место 25 января? Вот это имейте в виду, значит, что сертификация это целая наука. Но не тема сегодняшняя. Нет, скажу, слива за 3 месяца до высадки, абрикосы за 2 месяца. Но это средняя цифра. То есть сказал, не выдержал. Вот. Это тема сертификации. Вот тема посадка саженца в другой раз. Другой раз, другой раз. Опять, видите, как? Ну, зачем было так садить? Потом вынимать эти жалкие, хилые, калечить корни. Они же к осени, знаете, какие будут? О. Вот. Ну, это, как бы сказать, изощрение одного из наших этих учеников из моих. Ну, как, ну, что делать? На стране демократия хочет так делать. Вот здесь бы мне понравилось. Семидоли почти наверху. Значит, основание штамба чуть-чуть закопано. Еще раз говорю, закопали его, что он вылазит из глубины 2, 3, 5, 6 сантиметров, как учит наука. Подчеркиваю, представители науки официальные. Вот это все сгнивает вот за несколько лет. И вот человек, он ну, уже почти хорошо посадил, семидоли даже вылезли. Вот чуть-чуть заглублено. Но он еще умудрился, зато котлован в яму, она еще провалится. Так тогда все это, вот здесь будет стоять вода. Вот я показываю стрелкой. Стоять вода. Весной это вода растает, снег растает, вода будет стоять, а проваливаться она не сможет уходить никуда. Хоть это и песчаный грунт. Почему? Здесь все будет проморожено. А вот ночью образуется лед. Он разрушает все, днем тает, ночью. Вот такие дела. Поэтому я не обрадовался, когда мне прислали именно вот эту фотографию. Мульчирование. Саженец загибается. Человек еще не знает, что его ждет смерть. Он думает, ой, сейчас попрыскаю. Вот. Пропускаю. Хотя это страшная вещь, когда полсотни веток отрежут, а потом учат, учат. Вот что страшно. Учат. Учителя. Посадили, наверное, смерть. Вот это. Значит, этот мне прислали.
Человек сказал, видимо, до этого он уже мой ученик, он уже посадил нормально саженец, может быть, семечко, может, он саженец посадил. Вот на холму, на холме, как я учил. Тем более, что это абрикос. Так. Сын Манжурцев, да? А, значит, косточки, я косточками продаю. Вот. И, может быть, с горшка перенес. Вот так. А слева, видите, вот это вот самое. Это, так сказать, аукается страшное прошлое, когда садили в эти покрышки безобразные. Ну, чем они хороши, когда сжигаешь, ветки накапливаются. И вот мне сейчас приходилось несколько раз пиливать взрослые полносящие деревья, вот, освобождать место под новые сорта. Страшная картина. И вот эти покрышки, я их собираю по городу. Вот. Там, где у них мертвые деревья стоят. Я их собираю, и потом покрышку поджигаешь, кидаешь ветки. Вот, помогают гореть. Как это? Как катализатор действует. Огонь дает, чтобы полусырые дрова, эти ветки сжечь. Идем дальше. Так. Ну вот опять, видите, семя дали почти наверху. Да практически нормально посажено. Вот здесь, кстати, вот обратите внимание, разная почва. Это может быть чернозем, а может быть он перекопанный с этим. Даже с этим самым. Ну, с добавками какими-нибудь, если не навоз, то перегной. Вот. Поэтому тем более опасно. Я надеюсь, что это место не сгниет. Вот. А вот здесь вот сухая почва, видите, тоже из косточки, наша тема. Здесь он дольше проживет, потому что почва, видите, какая. Вот для абрикоса это нормальная почва, да, нормально. Другое дело, что все-таки что надо делать по правилам. По правилам это значит, что если сейчас, ну то есть он выкопался почти сам, сама косточка, сама выкопалась, так, вот. Заглубление минимальное, можно так оставить, а можно чуть-чуть пальчиками разгрести. Вот, а еще, значит, скорее всего, это персик похож. Но вот эта длинная, тонкая шея, мне это не нравится. Почему? Он сэкономил, мало этого. У него, кстати, песке вырастил, похоже. Ну, как пересаживать? Замучаешься потом. Надо же выковырять его будет теперь чем-то. Может, ложкой, может, чем. Вот. Вот это мне нравится. Почему всегда эти сторонки? Никто их сами как-то оказывается в сторонке. Один раз я все мечтаю увидеть этот процесс, когда щелк, и они раскрываются. Такое ощущение, что они отскакивают. Смотришь, всегда далековато, всегда. Вот такое вот бывает крайне редко. Вот. А, ну здесь особо не разбежишься. Вот здесь, видите, так крайне редко бывает. Чаще отскакивает и довольно далеко. Вот сходы человек сфотографировал. Видите, как раз процесс, когда вылазит из земли. Вот упирается, чуть не с холодом, упирается этим самым, этим корешком. И вытягивает из земли, причем вертикально делает это. Вот, что уже получается семядоли над землей. И это есть истина, которую, к сожалению, не знают. Вот. Ну, мы пропускаем стратификацию, и, наверное, надо нам заканчивать. Сейчас мы найти подходящую фотографию, тогда закончим. Стратификация это для другого случая. Вот. До другого случая. Видите, вот здесь ничего не грозит. Я сейчас уже, наверное, по-другому сделаю. Я сейчас возьму вот так и найду пару фотографий и закончим этот разговор. Вот. Потом мне нужно вам объяснить. Мне нужно доказать, что я не люблю, что это я прав, а не те правы, кто это хоронят. Это запасное слово. Садят, а на самом деле хоронят растения. Вот такие дела. Сейчас посмотрим. Пропускаем, пропускаем. Я многого не сказал. Но сколько же можно
Вот это, кстати, не выдержал. Посадка саженца. Страшная вещь. Ну, чем думает, боже мой. Вот. Садят на смерть. Здесь есть тонкости. Это, отбраковка. Подготовка. Смотрите. Это подготовка на солнце. Вот якобы по этому Лысенко, академику, который был проклят наукой. Это высушивание на солнце способствует увеличению скорости. Вот. Посадка на холмы. Видите? Это я перед телевидением тут маячил. Вот и вся подготовка. Вместо огромной ямы, набитой всяким дерьмом. И вот смотрите, мое доказательство. Вот это вот место, вот это, стоило воткнуть палку, проходит год-два, она сгнивает. Сгнивает на границе земля-воздуха. Есть понятие коррозия металла, а я перенес коррозия это, растений. Это мой термин. Коррозия растений на границе в свет. Вот здесь вот. Земля-воздух. Именно тут сгнивает. Поэтому корневая шейка это идеальный результат, надо бы найти ее сейчас. Ой. Вот корневая шейка, это там, где как раз расходится. Сейчас. Все-таки не могу успокоиться, уже бы другой бы уже закончил, я никак не могу. Вот она, смотрите. Видите? Вот переход явный. Темные вот это, желтый оттенок, это корень. Вот это светло, это наверху. Вот здесь находится выше, чуть-чуть, находится семя доли. Вот оно. Это то, что было заключено в скорлупке. Вот это и есть вся хитрость, и тем не менее, этого никто не знает. Представь себе, берем 5-6 сантиметров, это где-то вот тут. И вот так закапывают, наверное, смерть. Вот это важнейшее, что я хотел сказать. И сейчас еще немножко и закруглимся. И закруглимся, и закруглимся. Можем подходить, нужна подходящая фотография. Вот. Если вы много у меня что-то покупаете, то тогда надо делать вот так. Очень пологие, но все-таки гряды. Вот. И не провалится, как вот в яму напихать всякое дерьмо, потом он так проваливается. И даже если семидоли где положено, если даже корневая шейка не заглублена, но теперь вот это углубление играет роль смерти. Понятно, да? Вот. Вот видите? Я считаю, это ошибка. Глубоковато. Отругал? Отругал. Алло. Хе. Мошенники. Нормально. Каждый день. Так. Так, так, так. Уже повторяться бы не хотелось. Повторяться бы не хотелось. Много ценнейших фотографий. Много ценнейших. Все это касается каждого из нас. Почему? А хрен вы сейчас купите где-нибудь в это питомники. Можно к вам приехать и купить саженцы? Я в 20 километрах. Нет, мы выправляем только по почте. 20 километров доехать, выкопать сверху. Нет, продает им этот, уже не питомник, а магазин, где гниют и умирают тысячи саженцев. Нет, только по почте. Представляете, человек попал в этот магазин. Вот. В лучшем случае бы послал нахер или морду бы набил. Вот еще. Вот. Ну, допустим, вот эта фотография. На это уже, допустим, пришла весна. Посмотрите, как прекрасно по железу посажено. Теперь все-таки давайте заканчивать разговор. Итак, осень. Вот сегодня у меня 4 октября. Так. Значит, до зимы еще где-то месяц. И я бы еще, я собрался помочь своим родственникам посадить. Ну так, кому-то сотню побольше посадить, кусочек персика. И вот то, что речь шла в том письме, именно персика. Вот.
второму родственнику тоже сотню. Это как бы небольшой переработок. Кто видел фильм, это знает, о чем речь идет. И тогда я еще жду, почему. У меня проблемы с мышами. Наверное, она есть у всех. Есть люди, которые говорят, мне 3-4 года мыши не трогали. Не трогают. А мыши могут на 5-й год съесть весь сад. Потом 4-5 лет покоя, потом снова такое, как бы сказать, массовое размножение мышей какие-то годы. Они или им позволяет какие-то годы природа, мол, надо размножиться перед ненастьем. Может, наоборот, много мышей, потому что еды много, хорошо размножается. Вот. Но приходит весна голодная, и все. Они запасы делают так же, как белки делают запасы. Я сам видел, слежу за ними. А потом весной с голоду накидываются на вот такие саженцы. Отсюда проблема. Вот. Если не избавитесь от мышей, я предпочитаю садовую станцию, несколько килограмм отравленного зерна, раскладываю по бутылкам, чуть расширяю горлышки, вот так, и все, чтобы они могли мыши туда пролезть и покушать. Вот этот момент. И еще ближе к зиме, чтобы уже тогда не зарастало травой. Вот. И ну, заботливо закроет эти же посадки ваши в снег. И вроде бы все. Теперь еще раз. Желательно не на ровном месте. Вот я чуть назад вернусь. Очень удачный снимок. Вот этот был сейчас. Ага, мне вот этот снимок, мне много их таких прислали, больше всех нравится. Вот, вот это такое. Если уж только пологие, на крутых, на таких, моментально верхушки замерзают. Кстати, еще и замерзнут. А здесь вроде бы чуть ли не равнина, и в то же время пологость есть. И, то есть холм есть, вот такой, символический. И не сгниет. И не замерзнет, и не высохнет. Вот это я и хотел вам сказать. На этом я хочу закончить. Мне все время мучает тема, все ли я сказал. Ну, допустим, косточки. А, давайте ко мне вот сюда. Дело в том, что вот это есть мой это. Это я учу, как не надо работать, но опять не сегодняшняя тема. Вебинар у меня будет, сейчас скажу, какого. 8-го. Через 3 дня. Так. Это, кстати, вот чтобы у вас такие были плоды. Всех приглашаю на вебинар. Так. Вот. А здесь я чуть-чуть коснусь темы персиков. Сейчас. Вот. Тему персиков я буду раскрывать на вебинаре. Раскрывать. Вот, сейчас скажу, что же. А, да, хотел похвастаться, показать вам это на всю страну, все, что есть. Наверное, там, с той стороны, да. Перелистнул. Это тема вебинарная. Вот. А почему вебинар? Вот он, персик. Представьте себе, что размести эту фотографию где-нибудь на этом, на крупном сайте, там, канале, вот сразу скажут, половину веток, все нижние ветки, чертовой матери, вырезать. Вот. И все забудут сказать, раны замазать. Вот эта дурь преследует нас всех. Но это тема учебная, сами понимаете. Сейчас я найду эту фотографию. Вот. Облизнетесь. А, вот здесь где-то. Вот здесь. Это мои персики. Вот она. На этом закончу. Это на всю страну. Это хасанский персик. Вот. Это на всю страну. Этого больше нет нигде. Я имею в виду. Для вас нет, для тех, кто хочет иметь вот такие сады. Вот такие сады. Для тех, кто вот эти персики.
персики. Это мой внук с этим, с уникальным садоводом Чернобаев. Вот. А он у меня доставал эти же персики Чернобаев. Видите как? Вот. А на всю страну вот это вот. Я их продаю по 100 рублей штука, навязываю попутно. Хотите десяток, продам. Хотите второй десяток? Будьте добры, купите теперь еще и абрикосы, сливы, косточки. Что такая жизнь суровая? За все надо платить. Вот на этой оптимистической ноте. Вот я заканчиваю этот разговор. Остановить запись.